готовы к посадке. Спасибо за внимание. Лайзерджет на всякий раз пикен. Now runways at Внуково blocked. Runway airport Внуково is closed. Unfortunately, we are going to Шереметьево airport for... У меня 8 часов съемка, я сажусь в самолет, покупаю бежный день, и мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во Внуково. Я нахрена вообще летаю тогда и покупаю билет за такие бабки? Это просто пиздец. Давайте просто припустить моего адвоката. Я значит, смотрите, вы его задерживаете, вы все документы у меня, вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление с ФСИНа, все заявления. В ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Потому что ФСИН говорит одно, у нас есть решение суда по этому поводу. Почему вы не хотите? Спросите у старшего какого-то адвоката, им все будет проще. Нет, через пограничный контроль, все остальные прошли. Но на адвокат, официальный статус, все работники прошли. Вот сотрудники полиции еще стоят. Все прошли, у нее специальный статус. Поэтому все равно мне пригласить, я отсутствие адвоката, почему говорить не буду. Это все там, Александр, вы пройдете со мной. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? На каком основании? Алексей! Все полеты сегодня вечером в Москве подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо.